Здравствуйте. Продолжаем. Продолжаем наше мультиплатформенное путешествие. Друзья, вам тоже надоело выбивать скины на всяких скучных кейсах? Тогда встречайте Royal Skins! Первый краш-сайт на рынке Доты. Просто дай алхимику прокачать твои скины и умножить их стоимость. Ну что, попробуем? Оу, ты только посмотри, как он бежит! Самое главное здесь — это успеть сорвать куш. Так что сорви и ты! Кликай по ссылке в описании, пополняй баланс со специальным промокодом, и первые 250 пользователей получат плюс 15% к пополнению баланса. Заинтересовало? Тогда скорее залетай на Royal Skins. Кстати, я вот что думал. Вот я его снова вижу. Это что, чел, который засолил горгулей, правильно? Могу ли я его сет получить? По-моему, я этот сет, помню, видел в Dark Souls 3. Так, на чем я остановился? Я вроде должен был уйти просто на ступеньки. Если я не ошибаюсь, тут тупик, я должен был каким-то образом попасть на эти ступеньки. Так, здесь этих три рыцаря, мне туда же. Да, хорошее начало стрима. Опачки! Плюса. Домой очередные. Место. Бля. Хочу ли этого чувака убить? Ну, наверное. Бля, это была фатальная ошибка. Ну я хочу его убить, блядь, ну а что? Ну а чё, как бы, ну... Так, мобе всё-таки могу его огнем. Давай через текстуру, у меня ибо не было бы найс. А, найс. Ага! То есть разрабы не... никто? Вы понимаете, ну ты не можешь просто играть в игру даже полноценно, блять, ну он меня бьет через эту стену, ну что я сделаю? Почему у меня перевес? Разрабы дауны, я умер из-за того, что разрабы дауны. Я не понял, что произошло вообще. Он меня схватил? А почему у меня перевес внезапно? У меня не было перевеса. А потому что я дебил, считать не умею, поэтому у меня перевес, блять. Ай, это я дауны. Расскажи, почему твоя вебка испокон веков стоит снизу? Это же считается не самым удачным ракурсом. Не ну, думал согласен. Закрепить ее выше, или это чисто твоя фишечка? Это не моя фишечка, я лентяй. О, так-то лучше. Если вы попытаетесь найти в интернете, я не знаю, загуглить сейчас какой-нибудь гайд на селфи, вам везде скажут, что нужно ставить камеру выше. Потому что когда ты снизу себя, допустим, фотографируешь, или тебя там, не знаю, снизу снимают, то, типа, ну, да, это всегда хуже ракурс. Ну, это не обязательно хуёвый, но это всегда хуже, чем когда сверху. Но мне лень. Что значит закрепить? Как я ее закреплю? На воздухе или что? Это надо что-то исполнять. Надо что-то к стенкам цеплять, я не знаю, к шкафу. Ну, то есть, как я тебе ее закреплю? Она стоит, я ее выше, очевидно, потому что стол ниже меня, потому что мне надо руки на стол ставить. Ну, блин. Ее нужно... к стене чем-то закреплять. Я слишком ленивый для этого. На самом деле, всегда лучше хуже выглядеть, допустим, чем ты есть на самом деле, и быть глупее. Ну, выглядеть, вернее, глупее, чем ты есть на самом деле. Чем наоборот. Вот это, кстати, да. Вот так-то лучше. Как у меня достал? А я не удивлен, что ты из-за лени не ставишь вебку, как ты иначе. Ты так же лениво повылишь на своей беговой дорожке на низком наклоне, а потом идешь... Что у него с хитпоинтами? Так сказать, качаешь его на фисечку. Что у него с хитпоинтами? Этот чел намного сильнее всех других челов подобных, с кем я дрался в своей жизни. Окей, вот настоящий босс, вот босс настоящий. Я не удивлюсь ни капельки, если я вашего очередного сложного босса пройду с первой попытки. Потому что вот настоящий босс этой игры. Просто рандомный здоровый чел, это настоящий босс. Я не готов его скипать, потому что, ну почему я должен его скипать? Вот так-то лучше. Привет, Виталий.
Почему ты такой грустный? Тебя что, не взяли в серебряные рыцари? Я не грустный. Победного потока тебе. Спасибо. Что ты делал, что я грустный? Фаерболами закидать я его не смогу, потому что разрабы не позволяют нормально использовать огненную магию в этой игре. Я вообще, я так понимаю, любую магию. Я не могу, я не знаю, что делать с ним. Я попробовал фаербола, не получилось. Магия в этой игре не работает. Она применяется 10 тысяч лет и наносит 0 дэмэджа. По одному удару? Ну, бля, я его еле коцаю, как-то. Подожди, я его еле коцаю, я его, по-моему, вообще не дамажу. Что за хрень? Я его не дамажу. Я его хоть дамажу? Ладно, давайте рыцаря скипать, потому что я заебался. Я же могу и скипнуть, правильно? Минус сколько кадуш? О, все. Минус все души. Минус 24 кадуш. Окей, рыцаря нельзя скипать, видимо. Называется, решил скипнуть. Посвятим этот стрим побеждению этого челика. Когда-нибудь я справлюсь. Еле-еле дамаг идет. Как он меня пробивает? Я понять не могу до сих пор. Вот это вот настоящий босс. Это реально true босс. Подожди, дэмэдж не идет? Что происходит? Я не могу даже... Он меня перма-станет? Он хотя бы уязвим? Он не уязвим? Маме нужно взять какое-то другое оружие и смазать его чем-то, я не знаю, молниями какими-то, блять, огнем. Ну окей, к огню он не уязвим. Я же его пробовал огнем бить. К огню он точно не уязвим. Три удара, и я даже не вижу, что у него полоска отнималась. Что-то новенькое. У него полоска не отнимается. Да как доджить? Я что-то не понимаю, что происходит, блядь! Так, что-то я не понимаю, что происходит. Он меня достает отсюда? Серьезно? Окей, у него отнимается полоска потихоньку. Как-то так медленно, что шок. Охуеть, блядь. Вот это я понимаю, босс. Вот так-то лучше. А в спине стоять. Навигай. Ты тут надолго. Да нихуя. Да нихуя! Да я! Вот это был босс. Вот это был босс. Вот это был настоящий босс. Сколько я раз умер от него, хз, даже. 7 раз. Цемани. О, сет серебряного рыцаря. О, прикольно. Вот так-то лучше. Помню, я носил эти доспехи в DS3. В DS мобы не скейлятся с твоим уровнем. Только с началом новой игры. Так что ищи новую отмазу. В смысле не скейлится? Это чел сильнее, чем предыдущие. Они явно его сделали сильнее, чем предыдущие. Именно это я подразумеваю под автолевелингом. То есть, мэби не автоматом, но это тот же моб, который сильнее, чем был. Ник не хочу оценивать. Тильтанитовый демон. Шлем серебряного рыцаря. Броня. А так мне всегда будет перевес. Я не могу это одеть нормально без перевеса. Забейте. Вот, допустим, сравниваю его с восточным. Тут 52 защита, тут 45. Но весит они примерно одинаково. Значит, восточный можно выкидывать. Хотя нет, восточный имеет лучше защиту. Но вес 5,5? Чего, блядь? Чего он так весит много? Вот, блин, в этой игре очень мало выбора у тебя, что тебе юзать. В DS3 было лучше в плане баланса с оружием, ну и т.д. Тут на всю игру тут на всю игру, короче, одно оружие с одним ударом. Вот, все, тут больше нету ничего в этой игре, кроме этого оружия с одним ударом. Прикиньте, я всю игру играю одним оружием с одним ударом. Не, ну, кстати, это в моем стиле, но все равно. В DS3 у меня было 4 оружия, минимум. И разные удары были. А здесь только одно оружие, одно и один удар. Тут просто больше нету оружия. И ударов нету тоже. Мэби я с этим бы играл, потому что смотри, 140 плюс 75, 135. Я лично беру управление над каждым мобом в этой локации. Удачной игры. Нет. Этого ваншотаю. Это еще кто, блядь?
Это враг? Это не враг. Ты мне можешь ковать оружие. О, мерцающий продает! О, лол, тогда я могу алибарду потестить, если я закуплю мерцающего. Подождите, он только одну штуку продает? А мне, наверное, душ нету, мне 15900. Тогда мы алибарду потестим все-таки. Хотя я сомневаюсь, что стоит на нее тратиться. Папань, привет. Спасибо, что вчера на секретном стриме показал жопу. Как и договаривались, очень смешно. Оплату. Кстати, мазь для ануса, про которую ты спрашивал, называется Проктомис. Удачного стрима. Донатер называется данный долбоебс. Долбоебис. Долбоебс. Долбоебис, блин, не знаю. Го, усилим меч на плюс 5. Опачки! Меч черного рыцаря плюс 5. Баланс это. Ну, по сути, реально на все остальное оружие. Двуручный меч плюс 3, которым замахиваться 10 тысяч лет, который отнимает в полтора раза больше выносливости, он плюс 3 всего лишь 169. А меч черного рыцаря плюс 0, он уже 220. В этой игре просто баланса нихуя нет. То есть этот меч должен иметь больше дэмэдж, чем меч черного рыцаря, если бы, ну, баланс был. То есть у меча черного рыцаря должен был быть дэмэдж, допустим, 150, а у этого меча 180, например. Что типа такого, когда не плюс 0. А у этого плюс 0 было 130. То есть тут просто в этой в DS1 0 баланса, вот и все. Когда я уже буду ваншотать серебряных рыцарей? Я его почти ваншотнул, чутка не хватило. Он меня видит? Ты уверен, что хочешь? Ты можешь сюда зайти, блядь? Погоди. Надо на него упасть, кстати. Вы чувствуете, как дрожит черное око? О. Иначе я могу его тут использовать и пойти отомстить за хранительницу. Как мне его, блять? Я не могу поражать, зайти в инвентарь. Надо с рыцарями разобраться, этими дебильными. Окей, удар был, все, давай. Моя очередь. Два удара, изи. А меч черного рыцаря плюс 5. Это лучше. Привет, папаня. Узнал. Я вернулся. Это я управлял тем каменным чуваком без ноги. Попробуй вторгнуться в мир убийцы, хранительницы огня. В замке. Че, вторгаемся или нет? Заставят тебя страдать за то, что ты убил анимешницу. Надо сначала, прежде чем вторгаться, открыть там проход, maybe. Привет. Это я, твоя единственная хромосома. На протяжении ею 30 лет я создавала иллюзию, что на 46... Сейчас я создам процесс в твоем мозге, из-за которого ты начнешь нервничать и тильтовать, из-за чего а ты там будешь кузнец. Чесаться. Ага. Бля, как только ты это сказал, я сразу захотел почесаться. Что за хрень? Так, надо вторгаться, ну, в эту тему. Поиск мира виновного. Вторжение в мир виновного в обличии духа мести. А кто виновен? Я здесь же появился, но при этом я дух. Рыцарь Лотрик? А что это за Лотрик? Это... А тут есть какой-то лут? Дополнительный? Здоровья тебе и близким. Я сказал, 54% примерно будет. Острые козырьки и посоветуешь ли работяге? Передай привет якутским фанатам. Привет якутским фанатам. Удачного стрима. Острые козырьки довольно-таки детский сериал. Поначалу он кажется таким более-менее серьезным, но потом он очень сильно скатывается. Я так и не понял, а что я плохого сделал тому челу, что он убил мою хранительницу? Я не помню с ним никакого диалога плохого. Да закрой ебало! Что я вообще плохого сделал? О чем он говорит? И что ему когда плохого сделал? Вот так-то лучше. Минус один. Блять! А как так вышло? Что он делает? Это ты что исполняешь? Научи плюс обучи. Опачки. Плюс саб. Знак возмездия. Виновный заплатил за преступление. Возвращение со знаком возмездия. Подожди, я не закончил! Не возвращай! Я не закончил. Мы объяснили, что-то выпадет с последнего. Сын. О! Как О! Артас? Или это... Клещ. Это с последнего выпало, ебать? Следи, сколько выпало. Какое-то кольцо, 5 человечностей и душа хранительницы огня, ебать. Вау!
Я помню это кольцо. Это второе лучшее кольцо в игре. Плюс хп, плюс стойкость и плюс вес. Только если снять, ломается. What? То есть его нельзя снимать вообще никогда в жизни? А в DS3 оно не ломалось. Блин, вот с этим кольцом я мог бы точно надеть какой-то доспех, наверное, хороший. Так, там босс, чешу. Вот так-то лучше. Или еще нет. Привет, Попеч, зашел тебе мой видос про DS. Желаю пройти тебе по минимуму без тильта. В доту добавит эмоты с Попечем. Все, я пошел, к черту. Связанному уже едет PS5, но папаня все равно не собирается в нее играть. Папа, наконец-то босс. Комментируй обе новости по ЛЗ и поставь клетку. Я не комментирую обычно, пока что-то не произошло. Когда добавят, тогда покомментируем. Сейчас поставлю клетку, хорошо, я обещал поставить клетку наконец-то, это было много стримов без клетки. Это боссы. Дайте угадаю, я пройду их с первой попытки. Дайте угадаю, потому что, ну, в этой игре, вот, в плане баланса по боссам. Так, что я должен делать? Я так понимаю, ой. Это что мне напоминает Nameless King'а с копьем? А, блядь, у... Надо его убивать первого. Так, подождите. What? Я пока не могу понять, как атаковать. Кого это уже... Надо его убивать первым, это понятно. Он мне мешает, пиздец. Ой-ой-ой! Как меня не убило, я не знаю, блядь. По идее, в легких доспехах ты должен был умирать. В DS3 я бы умер с такого удара, я уверен. Ебать, че? Ну ладно, maybe немножко сложный файт, чуть-чуть. Вот это быстро чего проблемы создает, это и так понятно. Тебе же писали. Отводи быстрого, и пока он тупит, убиваешь жирного. А лучше, да. Старайся довести до лоу ХП двоих и убить их сразу. Зато пыч ты пиздец. Тебя просто хочется нахуй послать, потому что, я не знаю, чел, ты говоришь мне затупыч, но ты принадлежишь, я уверен, вот ты конкретно, лично ты принадлежишь именно к тупейшей половине планеты Земля, я тебе гарантирую. Ты, лично ты, принадлежишь к тупейшей вот половине. Вот так-то лучше. Допустим... Виталий, да, блядь, я не сказал в комнате с костром, я сказал на этаже с костром. Да я не понимаю, это что значит. Это в другой комнате, на этом же этаже. Я не понимаю. Я первый раз зашел на босса, я должен знать выигрышную стратегию. И говорит мне про то, что мне там что-то кто-то сказал. Я игнорирую ваши гайды, блядь, я их из головы выбрасываю. Я не обращаю на это внимания. Откуда я вообще должен знать, что это правильно? Откуда мне не знать, что меня кто-то не наебывает? Почему я должен слепо верить какому-то дурацкому гайду? Вот так-то то лучше. Есть ты этого босса с первого раза прошел, получается, и ты не затупыч? В игре. Если убить его первым, то ты не получишь его, а получишь его злез. Хуйня сначала жизнь. Да отъебись от меня, блядь! Блять, ты куда лезешь, пидорас? Никого не могу хуярить, они слишком синхронно действуют. Ой, понятно. Что-то непонятно. Понятно, что нихуя непонятно. Не, ну мы без жирного проще атаковать, действительно. Не, maybe... Хотя, его проще добить было бы, это явно. Потому что он медленный. И никто не будет мешать его обходить со спины. А этот чел дергается. Да, его проще убить первым. А чё его не станю, нечестно? Почему его не застанил? Немного нечестно было. Меч черного рыцаря плюс 5 ему отнял почти четверть хп, но он его не станил. Как это? Не надо так. Ты что хочешь сделать? Ого. Да ёбаный рот! Ой, не надо так. Как я же задочил?
Ой-ой-ой, все. Окей, это не такой легкий файт. Мэйби это первый сложный файт в игре. Я до сих пор не могу понять, когда я могу бить. Я не понял ничего. Да как? Да ёп! Удары не засчитываются. Ну иди нахуй! О-о-о! Ну что я могу поделать? Не вовремя. Да, я ничего не мог поделать. Никак. О, не, опять эта атака даунская. В DS1 что-то герой медленно хилится, кстати, по сравнению с DS3. Это... единственное, что добавляет баланса. На нахуй. Да, да блядь! Она сама наводкой? Пиздячит. Не попал. Ну, быстрый перекат решает. Сейчас я убью этого быстрого челика, и все, дальше будет изи, я уверен. Ой-ой-ой. Добей, добей! Надо было его захватить, таргет. Тогда бы этого не случилось. Да иди ты нахуй! Чё такой жирный вообще? Как? Как он задоджил? Конечно. Не понял, у него вторая фаза? Чё? Вы хотите сказать, у них вторые фазы? Это так было достаточно сложно. Он его добил? Чё? Чё такой жирный? Он забафался или что? Я не понял. А, окей, он забафанный. Так, ну... ну, по идее, он медленный остался, надеюсь. Окей, это интересно. Но он медленный, должно быть изи. Главное не попадать под удар, правильно, и все. На! 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 Ой, не надо! Не надо! Окей, это изи файт. Не чувствую. Ой, не, чувствую! Чувствую! Ой, не, не надо так. Это изи файт, лол, очередной изи файт. Как обычно. Ой, не надо так! Не надо! А, не, блядь, думал он... а, я, надо было бить. Не надо так! Ноль дэмэджа, лол. Похуй. Ну все, я выиграл. Да? Мне три удара осталось. Блять. Кьо! Тихо! Вот это было неожиданно. А я нихуя не выиграл. Человечность. Вот так-то лучше. Иди сюда, Гунда. А так вообще изи, человечность еще бесконечно. Не чувствую. На, лети! Ло, как он промазал? Со второй попытки! Со второй попытки! Как почувствовать? Как вообще почувствовать? Как почувствовать вашу игру? Ноль баланса в ней, ноль. Боссы здесь это пиздец, это лол какой-то. Я же говорю, настоящий босс был тот здоровый чувак с какой-то хуйней. У него даже было хп больше, чем у боссов. Настолько легкие боссы, бля. Лол. Yeah. Мне сюда. Это еще. А.
Вообще не почувствовал. Ну, кстати, если бы я был бы в тильте, когда я сюда пришел, мы бы умереть раз пять. Короче... Удачи во всем. Спасибо. ПС, эти двое. Единственные сложные боссы. Единственные сложные... Это... Если это были сложные. Ой, ору. Тут душат локациями, а в DS3 все-таки больше монстрами и боссами душили. Это же игра все-таки об этом, это же слэшер. Почему здесь, ну, какого черта в DS1 так много платформинга было? Это же слэшер. Когда мне телепорты дадут? Мне обещали, что мне дадут телепорты. Где мои телепорты? Я устал. Подождите, что-то похожее я помню. Разве это не было в DS3 такой же сцены? Я же был именно здесь, ровно здесь. Можно еще ближе подойти? О, Chosen Undead, I am Guinevere, daughter of Lord Gwyn and Queen of Sunlight. Since the day Father is formed it obscureth. Она даже не видит, как я преклонился перед ней, я спрятался за ступеньками. Великую чашу, великая чаша. Цемани. Succeed Lord Gwyn and inheriteth the fire of our world. Она молча со мной разговаривает, я так понимаю, она глаза закрыла. Она в моей голове со мной говорит. Что за орден еще? Вот так-то лучше. Привет, папа, Загло. Это я, палач Смоук. Единственный, в скобочках, сложный босс. Еще чуть-чуть, я бы тебя разъебункал. А так ты хорош. В DS1 вообще нету сложности. Как эта игра получила репутацию хардкорной, я так и не понимаю. Если сложность была в DS3, то какая-то была, да, базара ноль. Но в DS1 вообще нету сложности в плане монстров. Вот так-то лучше. Папаня, это иллюзия? Кинь в нее бомбу. Прикол будет. Бомбу? Че за орден? Очередной какой-то бесполезный орден. Что есть иллюзия, блять, кинь в нее бомбу? О, кольцо. Я получил власть, которая и не снилась моему отцу. Привет, папаня. Арнштейн и Смоук Найзи. Удачного стрима и привет от обменника. Спасибо. Гайз, я не хочу еще одного приятного персонажа убивать. Вы меня заставили убить Присциллу. Я уже убил Присциллу, хотя Приссилла была, я так понимаю, ну, боссом, с которым можно подраться. Что-то я очень сильно сомневаюсь, что это босс, с которым можно подраться. Так что не буду никакие бомбы кидать. Хватит меня заставлять гасить всех. Таким образом. Убей. Почему должны убить? Я понять не могу. Пиздец, чел, я ебашу на заводе и получаю 15 тысяч в месяц. Ты сидишь и ебашишь в свое удовольствие, ну. Что с этим миром не так? Подожди, а чем это... Почему это плохо, то, что я в свое удовольствие себя кайфую и... Ну, и мне заебись, чем это плохо? И если ты получаешь 15 тысяч, почему, как ты себе смог позволить 500 рублей мне кинуть? Не совсем понимаю. Меня это всегда удивляет, когда человек, который говорят, что они там зарабатывают 15 или 20 тысяч, говорят... ну, что-то подобное говорят, и при этом кидают мне донат 500 рублей. Ты себе позволил 500 рублей кинуть от 15 тысяч? 500 рублей от 15 тысяч — это сколько? Ну, это меньше 5%, правильно? Меньше 5%. Но это где-то 3,5%, maybe, около 3% от твоей зарплаты. Где-то 3,5-3%. И ты себе это можешь позволить, блядь? Я что-то, ну, это сомнительно. Это бред какой-то. Ты бы лучше задумался, чел... О несправедливости всякой, а не о подобных вещах, когда кто-то просто, ну, занимается творчеством. Ну, то же самое, знаешь, что сказать, есть там какой-то композитор, создает музыку, есть какой-нибудь художник, он картины рисует, есть какой-нибудь писатель написал книжку интересную, ее все покупают, всем интересно, то есть охуенно какой-нибудь цикл. Он прославился, стал знаменитым, все читают, всем интересно, все хотят следующую часть. И ты ему тоже потом скажешь, типа, пиздец, ты занимаешься там тем, что тебе нравится, и, ну, и кайфуешь, а я получаю 15 тысяч в месяц.
Ну, типа, все так называемые творческие деятельности, они такие примерно. В этом и суть творческой деятельности. Ты занимаешься вот так-то лучше. Тем, что тебе нравится. Убей эту суку, ты не видишь, что она проститутка. Ебучая точка, это ведьма, потом с ней ебашиться будешь. Да почему нужно ее убивать, блядь? Чего меня опять душите с убийствами? Я Присцилла убил, хотя не хотел. Присцилла была самый красивый и самый приятный персонаж, я уверен, за всю историю всех частей этой игры, хотя я играл только в две. И эту еще не прошел. И вы меня заставили ее убить. Ну не заставили, но... Не понял. Я хочу к кузнецу вернуться. О, чел, ты серьезно там будешь сидеть стрелять? Нахуя это тебе это надо? Чел, ну зачем тебе это надо? Ну скажи мне. Я просто чисто хейтер. Чё меня стреляют? Кстати, мне сейчас теперь надо куда-нибудь другое место идти, правильно получается? Тебе придется ее убить, если ты хочешь сразиться с Гвендолином, секретным боссом. Она иллюзия Гвендолина. Ее давно тут нет. Она мертва по лору. Да хватит, ебаный! Я больше не... Я больше... Дмитрий Темченко, иди нахуй. Вот так-то лучше! Папаня, эта огромная баба превратится в транса. Если убьешь, будет босс-колдун. Вы меня доебали. Я больше не ведусь на вашу хуйню. Все, я больше не ведусь на вашу хуйню. Не подумай ничего плохого, ты охуенный парнишка. Просто посоветуй, что мне делать. Я ещё молодой, но не хочу хуярить свой здоровье в минус в таком молодом возрасте. Вот так-то лучше. Я ж тебя не знаю, на что ты способен. Тебе сейчас могут посоветовать усилить флягу и этим забайтят убить Настю, потому что на усиление... Да заебали ваши гайды, ну серьезно, я устал! Ну ебани тогда этого великана. Я не... Отъебитесь от меня, я буду сам себе решать, что мне делать. Я так устал, я так уже... Все, хватит. Я даже уже не уверен, что я должен был убивать этого... Сигварда или Сигмейера. И Присциллу я точно не хотел убивать. С Сигвардом хуй с ним, мне он никогда не нравился. Будем откровенны, мне он никогда не нравился. Но Присциллу то, что я убил, мне... я не хотел убивать. Хули вы меня душите, всех убить, сделать то, сделай это. Отстаньте от меня. Отстаньте от меня. Что такое изменить снаряжение? По поводу чела, который говорит посоветовать ему что-то. Что я тебе посоветую? Что именно посоветовать? Что делать? Чем заниматься? Я всем всегда одно и то же советую. Заниматься тем, что интересно. Не тратить свое время на то, что как бы неинтересно. Любое занятие, которое тебе не доставляет, как бы, даже не то, что удовольствие, а вот именно к чему у тебя нет мотивации. Это пустая трата времени, это факт. Ты просто теряешь время ни на что. Абсолютно любое занятие. Причем даже если это занятие, оно, ну, как бы, вроде как полезное, но если тебе оно реально не нравится, это пустая трата времени, потому что ты не получаешь положительного опыта, так сказать. Ты не развиваешься, занимаясь тем, что тебе приносит негатив. Так он это самое. Он же камни кидал, блядь. Этот великан меня кидал камни? Чего, блядь? Я думал, что Сигма этот, короче, Сигчелик. Я думал, что Сигчелик механизм ломает, ну, обратно, короче, ну, поняли. Великан — это предфинальный босс. Он будет тебе по КД ломать оружие, файти, если его сейчас не убить. Все, 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 максимум эстус в игре плюс 7, но лутаешь ты только на плюс 4. Остальные плюс 3 надо убивать хранительниц огня и лутать. So you have received a revelation. Very auspicious. I pray that through you... Я усиливаю флягу. Мне там кто-то сказал не усиливать ничего. Мне... Я ебал. Я ебал гайды. Это невозможно. Если убьешь бабу, иллюзию, то будет босс, за убийство которого столько... Блядь, я сейчас нахуй стрим офф, ну да отъебись! Отвали от меня! Не будь даунчем, не неси мне хуйню, что мне надо делать. Хочешь убить, иди пройди до этого момента и убей. Отстаньте от меня. Привет, что с вами? Рад знакомству. У меня к тебе вопрос. Зачем ты стремишь? Блядь. Тебе это нравится? Вот сейчас нет, нравится. Сейчас не нравится. Точно. Прямо сейчас вот что-то не нравится, ты нихуя. Какие эмоции ты испытываешь при этом? Или это для тебя способ заработка? Работа? Вот прямо сейчас начинаю чувствовать работу. Обычно я включаю стрим, короче, ну, с желанием поиграть в какую-то игру, очевидно. Думаю, папичи чатик согласятся, что самые сложные боссы в игре были в крепости Сына, Сигмар и Великан, которые кидали камни. А
одного Папич уже победил, остался только великан, который вместо камней перешел в кузнецы. Вот смотрите, как я могу понять, куда телепортируюсь? В DS3 была картинка, когда я мог понимать, куда я конкретно переношусь. Вот я не могу найти нужную локацию, что делать? Почуши голову. И да, Сих Челик, он же Сигмар, исключительно положительный персонаж. Во всех играх Dark Souls все NPC не мешают как-либо тебе, кроме очень редких моментов. Это пиздец. Эти моменты инициируешь ты. Так это донатеры виноваты. Донатеры виноваты, значит, в каждой смерти каждого персонажа. Это не я виноват. А, прикиньте, короче, нельзя переноситься к костру, оказывается. А чё за... Что я в ахуе. Нельзя тпшиться ко всем кострам в игре. Так... Anyway, я даже не понимаю, куда я тпшусь. Уёби великана ебаного. Он же в тебя камни кидал. Какой, блядь? Ты как терпила ёбаный. Это другой великан. Я убил того, который камни кидал. Вот так-то лучше. Виталик, что будет, если тебе задонатить гей-гайд со спойлерами? Кстати, сейчас ты захочешь почесаться. Блять. Ну я до этого хотел во время твоего доната уже. Как вернуться туда, куда я хочу? Там, где костер был, там, где сидел Солер. Как я туда вернуться должен? Прикиньте, я одновременно буду делать все ваши советы и гайды. Одновременно. Вот так-то вот лучше. Вот же охуенный стрим будет. Привет, это я. Великан-кузнец.слабо меня уебашит, да? Да, каждый слабо. Каждый раз, когда ты слабо. Слебываешь за спиной, тебя хуесошу и жду, когда в очередной как? Раз... Как, блядь, это происходит? Ну я же не... Точка, если не засал, жду тебя на том же месте. Подождите, как это возможно? Как вернуться... Это просто я сейчас с ума сойду. Как это возможно все? Как это происходить может? Как я попасть туда мог? То есть у меня локация пропала из игры? Или что? У меня удалили локацию из игры? Я не могу попасть там, где я был до этого. Туда, откуда я пришел к боссам. Как это? Вот так-то лучше. Что за хрень? Привет. Это твоя запасная храм Асома. Храм огня Кастер называется? Даунич. Храм огня это ж... Бля... Не может быть, храм огня, это ж... В любом случае, я не могу понять, а как я попал к боссу, но не могу обратно вернуться? Как такое может быть? Что с этой игрой не так? Что происходит? У меня такое ощущение, что закрылись какие-то проходы, пропали какие-то текстуры. После того, как я убил боссов этих. Вот так-то лучше. Разве храм огня это не первая Пизда локация? Пизда ты тупой. По лестнице справа подняться надо, а не слева. Храм огня. Я так и знал, что объебут. Сука. Как я могу перенестись в локацию, в которой даже костра нету? Я явно не отсюда зашел. Это спуск к великану. Это явно не он. Это спуск к великану еще один. Вот так-то лучше. Вы все как? Ну я серьезно туда кончаю. Да я с ума схожу уже просто, у меня уже от донатов поплыл мозг. А теперь я еще должен найти этот ебаный проход супер скрытый. Как так получается? Да где? А вот, какой же он супер ультра скрытый, это шок.